Создать семью несложно, трудно ее сохранить. Пары, которые прожили в браке большую часть своей жизни, знают, в чем ее секрет. Администрация округа совместно с Ленинским управлением ЗАГС специально для юбиляров организовали торжественное мероприятие. Пожелала счастливой жизни тем, кто много лет назад соединил свои судьбы, заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. Наверное, сегодня самые важные в нашем городе люди. Кто-то строил этот город, растили детей, сегодня подрастают внуки. Будьте здоровы, будьте счастливы и также рука об руку вместе, потому что это и тыл для вашей семьи, для детей и внуков, и пример. За плечами долгий путь, возможно, не всегда легкий, но они смогли преодолеть все тягости и невзгоды и пронести любовь через всю жизнь. Раиса и Василий Гераськины отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет. Они познакомились случайно. Василий попал снежком в Раису. Так и закрутилось. Как и другие юбиляры, в этот день они скрепили свой союз подписями в памятной книге. Всю страну вместе объехали супруги Бурашниковы. Такова доля семей военнослужащих. Зато теперь они точно могут дать совет молодым, как надолго остаться вместе. Прожить столько лет, ребята, это труд, конечно. Прежде всего, это уважение друг друга, доверие. Ну и вообще радоваться жизни как можно больше. Все было за это время, но все преодолевалось. Всем юбилярам вручили цветы и памятные подарки и предложили встретиться через 5 лет на следующем юбилее. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.